Я самая плохая на свете. За, ты вот тебя Максим поцеловал, вот почему так? Вот ты Максиму вот эту губу вытерла, почему это неуважение к Кристине? Ну как в Индии, святая корова. Я просто хочу закрыть гешталь, я вот не обсуждаю, не трогаю, не интересно, просто я высказала свою фи и сказала ей в лицо, и ведущим говорила. Все знают, что она мне противна, она мне неприятна. Не, ну знаешь что, это Тёма хочет, чтобы вы помирились. Да, просто, да? Пусть Тёма даже не пытается после таких. Смотри, если бы мы просто поругались, да, если бы что не пошла. Это чисто с подачи Тёмы. Я тебе просто говорю, видишь, как она реагирует я дальше? Так, да, если бы это была ее личная, она это бы... Это Тёма делает, он хочет просто, понимаешь, чтобы, ну, их пара была нормальной парой. А то получается, что он хороший, нормальный парень, классно, а это, ну, как бы, негатив коллектива полнейший, полностью отрицание, который весь коллектив ненавидит.